хорош. Прикинь, убиваем этого босса, а там хуяк с малокраса нет. Он такой, вы охуели, Веронику. И двери закрыты, блядь. Весело будет. Че, ГМ приходит, вы что тут делаете? Короче, надо волониры делать. Надо, короче, мне на 4 перса волониры сделать. На друида, на паладина, на шамана и на приста. Ты как планируешь это реализовать? Как-нибудь, хуй знает. 4 окон. А, кстати, надо вот это кольчугу кому? Смотрите, 264. Ноги, кстати, класс. Холи паузу. Рекомендую, советую. У меня есть. Это такие же? А, ну, кстати, они могут меня пригодиться. Да-да-да, заходи, ребята. А вот кольчуга голова на транс нужна тебе? Или у тебя точно такая же голова на транс? У меня вообще латы. Я не могу... Это латно у тебя? Да. А, понял. А у кого кольчужная голова? Да, на транс? Прикольно выглядит, кстати. Кому тут, блядь, вот на все вполне. А что там с Эйконом, ё-моё? Но... Да, но каждый раз после проверки иногда вот так долго запускается. Ебать, собаку шлопнула нахуй. Ебать. Песи держал. Посмотрим, что в чате собирают. И коня, РША. На мужика не получилось, сука. Кстати, не отбивайся, пожалуйста. Я хочу проверить. Хотел ебануть дыхание и ситуацию. На контракте 2 ДД. Ох, бля. Еле выжил. Я закрыл. Эминенция. Не починили. В ДВ гильдию Godfather ведется набор хилов РДД, приор совы, локи и шаманы 250+. Система и ПГП. Сука. Чё на КД уходит? Позитив. Джага. Дехант. ЦЛК 25 на 8 плюс боссов. Ебать, что ты пишешь? Чё на хуй, ебать? Осколки свободные, ебать. Ну, я загружаюсь уже. Блядь, он уже заебался. Мне кажется, сейчас он вирусу здесь всё разнесёт. Прикинь? Нет, да. Бомбочки по всей комнате, блядь, ни одного места прятаться. А прикинь, он сейчас вылупит всех драконов, блядь, созовет весь трэш со всего инстая, просто нас задрочит. А потом будет нас фармить на кладбоне еще. Заходишь, в инст заходишь, он стоит уже, ебать. Нет, нет, он вообще просто везде нахуй убивает. Ты умираешь, он тебя убивает. А куда ты попадаешь, если ты умираешь в духе? Ну, ты смотри, ты стоишь возле этого, где-то резко, что-то у тебя появляется и убивает. А где Экон? Вот он зашел. Бля, там кот почулся. Не одно, так другое. Полечи пет моего. Дай что-то съесть ему. Сука, я хочу чешку, нахуй. Я могу ему хлебушку дать. Я хлеб не ес. Я хочу запы носовые. Блин, собака какая выброшенная. Я хочу запы. Я хочу запы, хочу чешку, хочу плащ. Носовую. Я тоже что-нибудь хочу. Ничего нет, все на ДД дают. А, пиздец вообще. Женя. В следующий раз на ГМ побежишь. Такое, а что у тебя случилось? Что за? Сайлен. Сука, ну уже рекорд прям. Долго не отключаются. Надеюсь, блядь, не сломается. Не каркай, на всякий случай.
Да я вообще... Вы понимаете, вот из-за этой хуйни, из-за того, что у меня вот эта поломка произошла, из-за этой, блядь, хуйни, я целка проебал. Просто мы на ребре вайпались, блядь. Ну тут не только в тебе проблема, проблема в людях. Если они сами не соображают, то толку ты им говорить будешь, они будут творить ту же самую херню. Да я бы похуесосил их бы, блядь, а так нихуя не скажешь, сука, ничего не работало. Вася. Все становятся да, Васями, когда будет злой. На, нахуй, ты прыгал! Я сказала, сам пойдешь нога. Нет, это не резко. Нет, 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 не надо. Неужели, его предупреждали. Получилось написать макрос нахуй, чтобы не видно красных полосок этих надписей по центру экрана. Дай ножик, а то меня тут резко. Про духов имеешь в виду? О, не, спасибо. Ну я... По центру, вот, например, нельзя использовать эту магию, там вот это тебе пишет по центру экрана. Я это макрос написал, сейчас не, нету теперь. Чё? Привет, блядь. Чё, сука? Себя, блядь. Давай, а где там комп? Будет комп, пиздец. Сам же, блядь, охуяли в этом боссом сломали, блядь. Ну, прикол в том, что у тебя ледяная стрела на прошлом боссе нанесла 2 миллиона 200 тысяч. А у Киртова 1 миллион 890. Ты про чё? При этом ваш дамаг не сильно отличается. Почти на скар, почти дали оба. What the fuck? Не ебу. А где твой выделенный элементарь? Я в файере сейчас, блядь. А? Я сейчас в файере. Не, до этого во фросте был. У тебя ледяной элементарь не бил вообще. Бил? У тебя не бил он. Прошлый файер. Танку отвалился полностью, его даже вы... Или нет? Он вылетел. А, ну он есть в Дискорде. Ты когда Хавази бил, ты водяного элементаря не поставил. Всегда с собой был. На Хавазе не было элементаря. Ну, он, может, на пассиве у него стоит. Не, нихуя. У меня элементарь умирает максимум тут на одном только боссе. Это, блядь, на этом. На Зуджине. Все. А там хуй знает. Ага, куплю крафт, нахуй, сапог. Я скоро сам куплю. Дурик, ты же по-любому знаешь эту хуйню, сейчас стрим включу. Ну, там голые тетки какие-то, да. Женя сказал, зайдет? Да ебать! Лагануло. А, в пизду. Пойду в Долоран. Он, да, он работает в комнате. Из-за этого ребута столько времени поебали. Я застрял. Я за ящиком этим. Смотри, включаю стрим. Люди! По-любому ты эту хуйню знаешь, это же с Казахстана. Как туда залез? Опа! Военный стрим, черный экран. Нет, там нужно с другой вообще с лестницы прыгать с маунта. На тренировке на дзюдо. А, да ну, спортсмен что ли, красавчик. Да. Давай, давай, задерживать не буду тогда. Спортсмен. Че, как тренировки? На стрим выйдет, по-моему. Да, вот примерно. Так, только чуть-чуть по-другому. А че, нет стрима? Нет. Сука, а как сделать? Ну-ка. Сейчас. Сейчас попробую еще раз. И все, отсюда вряд ли можно выбраться. Что показывают? Большие люди, что ли? Показывают, да? Да, знаю такое, да. Я это давно смотрел. Оп!
Да ну нафиг, салам алейкум. Спортсмен что? Как зовут? Куда идешь? А то смысл, видишь, приседаю. Да ну, спортсмен что ли, красавчик? Давай-давай, задержи. Да мне драться нельзя. Тебе что, драться нельзя? Да, я травмат поэтому с собой ношу. О, красавчик. Чем как тренировки? Да устал что-то. Сегодня первый день. Да ну нафиг, я чё, первый день что ли? Ну да, до этого 7 лет кикбоксингом занимался. Сюда с лестницы нужно прыгать. Я понимаю, я не пытаюсь туда залезть. Смотри, у неё не получается, но она продолжает это делать. Да я не пытаюсь туда залезть. Ну вот поэтому я... Войт, чтоб ты понимал, твоего у твоего стрима нету звука. Есть, есть звук, я же слышу. А ты чё, сам я не слышал, чем ну, прикол. Да, вот видишь же приседание. Ты сумочек? Где там там? Сел, сам. Давай, удачи, там на мышь. Это красиво. А чё, здорового дракона нельзя? Он... Ваня, чё, ебани свои таланты мне в этот ПМ. Сумон, тыкните. Блять, ну да, это пиздец, он... конечно. Меня тоже, блядь. Я уже б закрыли бы. Ну, это ребот дебильный. Целый час, блядь, ну заебись, Сумон, я только в борт пущу. Что там маг теперь? Женя, сумани. Ну сумани. Я в Даларане. Все слетело. Все, мы вылезли. Можно начинать, танку зашел. Он говорит, у него все слетело. Поэтому у тебя, наверное, зависло из-за того, что все слетело. Ваня, ну, там... ты тут? Там он поставил, ты еще. Дискок не скинул. Все, давайте готовность танку. Время. Ты, блядь, видел очень... мой экран? Ебаный рот. Я не знаю, там тот таунт босса, потому что каску тихо, дайте ебать, и его... Тихо, не давайте бафы, у меня сейчас... Я слышу, да, пиздец. Блять, у него даже звук слетел. Ну, все слетело, ебануться. А может ему такая хуйня передалась, как у меня была, ебать? Походу он завис. Ебать, чекайте дискорд. Что это такое? Ебать. Ну хоть кнопки стоят нормально. 1, 2, 3, нажимай и все. Нихуя, чё-то так близко. Часа 800 на 600 разрешение. Да. Лапку знаешь? Не, это 600 на 400. Лапку. Возьми сам, дай. Нет лапки. Давайте мне. А почему нету? Хороший вопрос. Нету. А когда будет? Не знаю. А лапка выйдет погулять? Надо кулаки обновить, 3 минуты остались. Не ко мне вопрос. Саня, гол? Время у нас нету просто. Час осталось. Да, час потом будет уходит. Даже меньше, чем... Ебать, нихуя. Ваня! Да в личку в дискорде скинул ссылку тебе. Какого гол? Все, заходим. Кто что танчит? Не знаю, там ты будешь босса держать? Какую ссылку ты мне скинул? Саня. Я хочу... Ну, легче на босса подержать, босса чем надо подбирать. Да ладно, все, без разницы, это вообще на самом деле гол. Танку босса туда держит. Я уже на пол сдал. А, было недоставлено. Только... Обычно такое получается. Ну, а потом... Бомба. Да просто билд мне нужен. Гол. По символам темы. Ебай. Порезва. Сапоты что мне выпили? Аура там мне не поставили.
О, сейчас и палок чуть не уронил. Ну. А, нормально, у меня хилбот залагал, я не вижу, что мне лицо снесло. Поиздевались. Может сразу сывейдить? Да не, нормально сейчас. Должен быть. Пляшем дальше. Там сейчас дракончики будут уходить, войд, ты же вроде не. А где, кстати, чё? Уже одного забили. Убили. Бля, это что-то проебал этот момент. Опять лес. Боже, выйдем. Я не знаю. Что происходит? Ну, там, сапрота нету. Чего-то? Чего-то нету. Как я его чинить должна? Это Сирусом скажи, чинить хилбот. Ебать, не ту сразу и выйди. Блять. Блять, он опять моего пета убил, я не могу. На нахуй. Как он сам за суммоним, короче. Вы ставьте вуду, хилбот это золото. Его можно было из лестницы достать. А нет, до этого он работал нормально, сейчас они что-то понахреновертили и не работает ничего. Да вуду, то потом. Удаляйте хилбот. Ну, реально. Нет, я привыкла, я не хочу. А там и не надо отвыкать. Именно это плохо. Так же. А будут точно так же почти? Привыкнуть есть грязь. Потом я не буду есть там что-то вкусное, я привык есть грязь. Все. Ну вот ешь грязь, кто тебе не дает, а я буду пользоваться таким ботом. Да, то же самое, по-моему, у тебя проблемы со слухом. Сапрот, ты в гейтбанке, там их гора. Я знаю. Да нет, просто билд Линкани через талант, блядь. Нахуй мне твоя ссылка, Ваня. Вообще нихуя не понимаю, что тебе надо от меня. Заебал, нажми таланты. И вон под крестиком, видишь, ёпки здесь, чтобы создать ссылку на ваши таланты. Отправь мне волчку. Я уже напулил, А у меня импорт анал. А, чё, блядь. Мобы. Ой, пидарас. Кто слева уебёт? Ладно, должно было все, мы промываем все склады сама. А последний идет. А, это вот последний. О, убьем пачку. На пульте на Вайда, го, убьем пачку. Вайда диспел.
Ой, дай листок. И чё? Ой, ну чё, минус. А как они умирают? Бомбочки не видят? Ну ладно. Ты далеко умер, вставайте. Ох, ебать. Блядь, ну я хз, блядь, мы чё, тебе на джанналая падать будем? Кажется, надо это, начинать раньше бить, потому что, не знаю, блядь, ну, хуй знает. Или забирай их, хуй знает, блядь, первых драконов. По одному забираем, давай, блядь. Прям по КД, блядь, и массовым, и этим таунтом, что, ну, разделить их на тебе и на мне, драконов. Потому что это залупа. Мобов реально дохуя. Ну то, что до первых мобов подводи к нам, подклеиваем. Если бы. Там, по-моему, есть макрос, чтобы дальше удалить камеру. Да, но в настройках устанавливать, не? Или в настройках реально есть. Максимальное удаление. Через макрос можно там вообще с космоса смотреть, мать. Ну, вон, интерфейс, камера, максимальное удаление камеры. Скорость следования, все. Окей, гоу, я на пулю. Только вы помните, да, что драконы появились, сразу по драконам играете. Не копим их на танке. То это, блядь, трудно. Тебе одному похуй на мумба. Ну и под конов не вставать, что все его тебе или потом. А, ну гений, получается. Мага наберите, не буду. Он у тебя на стаков, что ли? Не, там один стак был. Похуй, бейте трэш. Блять, не того стаунд. У нас масса уения, точно, но... В смысле, у всех дожди есть, блять, просто за огромный себя.
это. Два на пол, все равно не поставили. Вот я поэтому и предлагаю, блядь, паладину лучше на мобах быть. Что это нам даст? Ну, лучше пачку держит. А, ну база и выйдет. К бомбу еще пройду. Ты че, умерли уже? Два тела лежит. Да и БРов нету. Сейчас на вара зайду, потом еще точно начну. Нету? Не починили Т4, что ли? Починили Т4. Я его скинул, сейчас на вара зайду. Сам потом еще пить отжимал. Кыся. Там. Ну вчера у нас как-то в три раза быстрее заливалось это все, блин. Ну потому что мы трэш держали вместе до конца. По одному потом забирали просто. Тогда и Керос был. Вчера это и 4 не занерфленные были. Они так сильно занерфлены. Ну слушай, 5 лишних секунд это уже много. Ну, походу, у нас последний босс Джена. Ай, будет. Ставь шкаф. Ты блокером фул пачку держишь или забирать так же? Можешь забирать, если хочешь. Пока не могу использовать эту способность. Кнопку обновите, пожалуйста. 5, 4, 3. Да, прошу. 2, 1. Сандра тут не стопает. Блять, там огонь.
Босса не обязательно играть, трэш приоритет играть. Только когда агро набрали. И спиной не поворачиваться, да? Играйте босса и поддержу трешку. Все, в трэш сыграют. На меня один. Быстрее отражаешься, Так, он станешь потом? Нету. А, не страшно, прошу бить со мной. Хотела молокрас убить, хоть. Под боссом не стойте, там шарик есть.
По мне взрыв шарика промахнулся. Я видел. Думал, у тебя за абсорбер. Ну, я ключ нажал. Там было написано промах. И ВБ, ты кому ПС даешь? Байер. Себе любимому, наверное. Сделаю вид, что не видел это. Заебись агро стало про товара. С раундами все возможно. Опять сапоги. О, мне сапоги нужны как раз. На, у тебя парашка. Ну, хотя, так в принципе, пойду. Да. Слышал, Ань, а от стрелы ледяного огня профита больше? Ну, от символа имею. А вместо какого? Вместо символа раскаленного доспеха.
что если его убрать, то у меня, блядь, критического удара по пизде пойдет. А можешь линкануть? Я просто не знаю, что там. Он в рейд. Ну, у тебя сколько духа? 477. Кетл из чёти споги закинул. Да, я видел, спасибо. Я надо. Ну, у меня 533 духа, типа. Ну, типа, одевать шмотки на дух тоже, блядь. Такая система. Почему? Для фаера заебись. Для фаера, блядь. Фростфек идет, блядь. А у меня только пояс на дух и все. А у меня, потому по-моему, что... только камень. Потому что хасту дает мне. О, бля, ебанутый нахуй. Вчера легче было. А, у меня жезл очень. Жезл бы, блядь. Минус один. Ну, я не того бил или чё? Видимо. Да нет, я бил тот, что все череп. Череп после твоей смерти поставил. Ну, Нурик, змея твоя, но. Че, говоришь, что ли? Ну че, нет, животное, блядь, гуфиса, блядь. Че я буду делать? Я что-то помню, что там на ханте. На ханте есть, ты не видишь. А, блядь. Точно. Я призрака пофирять могу в целом. Призрака не надо фирить. Шаком есть. Ну или так. Короче, этого слизняка тогда зальем, наверное. Я не знаю, что делать. Скользь. Он животное, у нас нет друида ни одного. А что, он не эфиряется? Я не знаю. До него дается покаяние, если дается, 2 паладина всегда. А ты по мане сильно проседаешь, типа, в бою? У тебя талант в тайной магии на ману. Не особо. А нахуй, он тебе нужен от чародейской медитации. Да хуй знает, я искал куда засунуть, блядь. Я вообще вроде в дух целился. Ну, походу. Забей. Выйдите все с комнаты, попробуй дать по... пока я не скользю. Если дается, в два ретрика пойдем. Типа как раз можешь поток льда поменять. Бля, вот по мне поток льда такой бесполезный. Нет, скользю не дается? Ну а фир? Нет, гуманоиду дается. Фир. Блядь. Действует против демонов, драконов, гуманоидов, великанов и нежити. Это покаяние. А, блядь, оно животных не работает, да? Да, что делать-то? Ебачи, это длинненько. Ты сможешь дрожащую ладонь делать? Она же минуту откатывается, минуту ставится, да?
Ну что, овца не пойдет? Мы же можем превращать. Так она не будет сюда животных? Животных, да, гуманоидов. Не, ну если в овцу можешь, то в овцу. Просто он не будет в рейд идти потом. Достает. Нет, это же не змея. Ну, фу, не лягушка. Все, да. Окей. Может, попробуем сначала? Давай я первый, а ты на подстраховке, короче. Запомни. Короче, так, а чё, кого? Грилли болотца будет постоянно мой. Бан давать, черносердые. У нас ИВБ, Алисон, Ретрик. Это будет у нас там Q1, да-да. И скользи надо будет кидать хуйню всякую. Давайте каски, кулаки. Лапку. Рыбку поставлю, вот. У нас один трей. С идеальным все сделаем и все убьем. А че ты паладинов будешь на Алису направлять? Мага-то два. Покаяние. Маг будет сюда идти, он тогда тоже шел сюда. Покаяние пусть дает. Сейчас афорик испекнуть для крита. Если он твои способности спиздит, что будет? Вихрь? Не, не хуйня. Чарч тебе в лицо. Да, чарч ебал. Готовность. Была дбмка. Тогда лорд саба, да. Веселее будет. 5, 4, 3, 2, 1. А, невосприимчив, пидорас, блядь. Хотя я тебе сказал, животных, вот. Так написано, что можно животных. Ширяй, ширяй. Танку, лужа. Там дух вышел. Хуже. Залейте, да? Блять, она плюется. Это все ближе и ближе к болоту. Похуй. Кирка у ледяной стрелки. Грилли, подойди поближе, на пул не достает. Но он у меня уже в макросе. У меня макрос не имеет. Если есть, скидывай на меня или на толпу, или на халяву. Покаяние 4 секунды. Третья аура держит же кто-то, да? Лужа сейчас будет. Войт. Угибал ледяным прикосновением. Заберите быстрее, он там, блядь, больно очень приедет.
бля, пиздец, ой, больно, чё-то как-то. Пытайтесь уже, бля. Да мать мы, знаете, первую? Все, меняйте с аурами, там еще одна имашка, потому что насыпь. Давай Геру сейчас. Второе мало, да? И выбрать, блядь, только не масфир, пожалуйста. Фир, скорее всего. Майн контрол лучше? Масфир. Главное не майн контрол, еще без посмотрим. Мейн... Да, ебал. Там только ШП будет доводить. Нет, нет. Да, да. Возьми ауру. Я ты взломал. Все, давай, снизу. Блин, только мне надо сейчас смотреть. Следующая баба у массакра будет. Там уже мат катиться должна будет. Есть абс? Ох, нихуя. Аксессуар. Два. Охуеть. Я в ахуе. Два подряд. Я не насолил, заебись. Я тоже в ахуе, блядь. Ебать сыпят на РДД, когда ты играешь на другом классе. Это голова нормальная магом или чё? Она охуенная. На фаера заебись. На фроста хуй знает. Потестите сток. Вместо эмблем. Болтом он же тоже как бы наносит периодический урон. Ладно, короче, заронится тогда на всем одинаково. Я сейчас посмотрю просто, не знаю, кому дать. Блять. Охуенно. Жизнь сама все решила. Грилить не шесть. Грилить не сотку. Че? Кому? Ожидаемо. Кому дать? Кирту, наверное, Кирту, ты часто ходить? Хуй знает, давай, не знаю, пошли. Если будете пауку. Ждать мне эти 10 минут, я буду приходить всегда. Я просто в 9.30 домой прихожу, ну, по местному. По Москве 17.30. Пошлите бить палку, ребят. Потестим, ребят. Как-нибудь добьем Зулджина на неделе. Там мы сейчас сами добьем, или давай А-а-а. Один трай, есть же время 10 минут, нет? Один трай. Ну, давай. Резко один трай. Да он уже тэпнулся. А, не будешь делать его? Один трай? Ну, сумадите, один трай будем. О, один трай и расход сразу.
кстати, видел, там Зулджину 250 минут, где сделали 7 минут. Нет, это не Зулджину. Это Навараку, который медведь. Ну, удовольствие мне назвали. Гол сразу без этого. Меня Женя тоже сегодня так учил. Че, ебашим? Да, да. Каску халяви дайте. СС надо кому-то. Кирку, ты с этим Аксом сейчас? Да. Лучше по себе Локу, чтоб дал. Два паладина капли надо кому-то дать. Экону одну и одну халяви можно. На ветерках. Своих халемов уберете на ветерках. Он повернулся, два парирования, чертей своих уберите. Рано. Ты поподвинь их. Рано. Тебе все равно Элем стоит, ни хрена не делает. Да, ты его на бездействие поставь потом сюда. Он тебя не бьет. Че, рано, он все равно ничего не делает. Охуй. Мой Элем, что хочу, то и делаю. Я на его баки каплю. Окей. Ой, ВБ зубы он по себе сдает. На эконы на халяву надо. Мой халява. Твой, твой. Если пойдет воля его, я расплачу. Два процента от воде, отводи, отводи. Стопнили, убрали элемов всех своих. Сейчас уберите элемов всех. Элемов там всех, всех, всех. И все откнулись. Побежали. Ого, побежали тебя, блядь, два раза. А я не знаю почему. Стойте, стойте, стойте. Аккуратно. Ника, перетаунчен, можешь себя? У тебя кнопка выставлена на это? Так я этим и делаю, так у меня миссует.
Че, Вань, нормально прокаете? Ну, я крытую чаще, а проки я не вижу из-за бафов. Но он есть. Ты на этой фазе частицу на себя вешай. У меня вообще ноль урона. Впустую отхил идет. В настройках объедини положительные эффекты. Будешь видеть проки. Я не понял, ты слишком тихо сказал. В настройках положительные эффекты поставь галочку. После рейда поставим. 3%. Ну, пол готовь. Вот, блять, КД, видишь? 1%. Блять, КД. Ну, как теперь, что делать? Таунт. Приостановите ДПС. Молимся, хули. 1% забираем. Гера. Под лицо не заходите. Боксикар, обмени зону. Мелизон. Или че меня убил? Меня дыхание не убил. Буду следить, говорить, давайте. Мелизон, смотрите. Танк. На следующую незыбку, да, и... И ВБ, и ВБ, и ВБ, и ВБ. Блин. Давай Веронику слово сидишь. На следующую Веронику бабу нажимаем, да. Массовка. Готовьте, сейчас будет еще. Все, Вероника, жми бабу. Халява. Ебать. Давайте, 700-ка. Ну это жестко, блять, въебало. Шампу выжил? Бабу нажми сейчас. Давай, на следующую бабу сразу жми. Сейчас жми бабу, потому что не думал, что будет. Все, хороший бот. Че там? Лук, заебись. Как же лук, Джина? Лисовый лук.
который мне нужен был на конте. Сука, пиздец, блядь. Кому он дать? Я вроде уже давал как-то.